Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас мы, наверное, пойдем делать себе зачаровальню, да, так как нужно потом себе будет сделать шлем, чтобы пойти в море и поискать фосил, да. Так, давайте сначала нам нужен обсидиан. Где у нас там есть лава поблизости? Ну, давайте вот туда побежим. Сделаем себе сначала обычную зачаровальню, да, а потом нам нужно, ребята, сделать ту зачаровальню, как бы, где можно выбирать, да, какие хочешь поставить. О, ща. Персиан, 41 уровень, ни хрена себе. Вот это сейчас я не знаю, сможем ли мы его словить. Ну, хотя с винозавром как... Ну, давайте сейчас посмотрим, сможем, не сможем. Где он? Вот он. Это он. Иди-ка ты сюда. Постараемся, так как всегда мы ловим. Больше, еще один раз, я не знаю, стоит ли его бить. Давайте еще раз. И давайте попробуем, ребята. Если что, еще один фосил будет. 34 уровень. Уф, какой нафиг фосил. Шайни. Отлично, словили мы шайни. Что-то я вообще, ребята, устал, может, потому что уже спать хочу. Давайте еще вот этого убьем. Голдин. Фосил 34 уровень, да. Шайни 34 уровень. Еще один. Еще одного шайни мы словили. И где у нас там? Где у нас Голдин? Вот он, я тебя вижу. О, сразу попали. Отлично, и еще раз. Отлично. Нет, это нам... Нормально. О, там... Давайте сюда побежим, в эту сторону. Побежим, посмотрим. Вот там есть лава. О, точно, нам же, чтобы сделать ту зачаровальню, нам нужно вот тут... Сейчас я еще раз посмотрю, ребята. Нам нужно, да, вот этот глаз, а вот глаз нам нужно найти. А вот с кого вот это выпадает? Фиг его знает, если честно. С кого выпадает вот это? Краситель, ну, как бы, фиг его знает, если честно. Ну, это ладно, потом посмотрим. Сейчас нам нужно, во-первых, нет, с кого выпадает сейчас? Сабры выпадает... О, сразу там она есть. Давайте пойдемте туда. Сабры выпадает же вроде Эндер Перл, да? А с магмара выпадает та штука, с которой делать не кадабра, а абра, зараза. Хотя давайте сейчас попробуем. Может, с кадабры тоже выпадает? Где ты? Я не уверен, что с кадабры выпадает. Ну иди ты сюда, да чё? Так. Отлично. Уже есть. Сейчас, ну потом мы посмотрим. Нам нужно сейчас магмара. Магмара у нас вроде в пустыне. Поэтому сейчас мы, ребята, пойдем в пустыню. Но сначала нам нужен обсидиан. Поэтому давайте-ка мы возьмем. Хватит, я так думаю. Давайте, я не знаю, давайте вот сюда. И сейчас нам нужно 1, 2, 3, 4. И потом, чтобы сразу ту сделать последнюю, ну, как бы, еще одну зачаровальню, нам нужно вроде 6, да? Ну, портал я пока что делать не буду. Портал мы, может, потом сделаем, да? Сейчас нам нужно, главное, вот это. 6 штук себе взять и пойти... Сделать себе зачаровальню. Алмазы у нас есть. Что там еще нужно? А, нам же книжные полки нужны. Ну, книжные полки, я помню, мы... Хотя я нет, не помню. Не помню, ребята. Мы же в этих... Мы же нашли вроде одну деревню. В той деревне были там пару книжных полок. В этой деревне тоже были. Мы еще вроде... Ну, как бы мы еще одну деревню нашли. Там тоже вроде были... нижние полки. Сейчас мы посмотрим. Пойдем посмотрим, ребят. Отлично, все вроде, да? Так, ну отпускай. Давайте покушаем.
И вот так. Тут у нас кто, если под землей Джиглип? Ну, он вроде под землей, как я помню. Джиглипуф у нас под землей. Мы же... Да. Нет, не под землей. Отлично. Давай сразу же вот так. Чё, выпало? Нормально, нормально, нормально. И вот так. Отлично. Все, сейчас нам бы еще... Нам бы еще, нам бы еще... Сейчас я не знаю, ребята, давайте-ка мы просто сейчас пойдем. Где у нас дом вообще? Вот там. Пойдем и сделаем себе хотя бы обычную зачаровальню, да? Но пока что чарить мы ничего не будем. А мы сделаем обычную. Обычную такую зачаровальню. Потом нам нужно будет магмара найти. Сделать такую другую зачаровальню и... Ну, которая там идет, что можно выбирать, на какой уровень и все такое. А потом уже, ребята, сделаем себе шлем, и можно будет пойти в те же джунгли. О, какие нафиг джунгли, в тот же океан, да, комда, так. Так, спит, calm mind. Но я не знаю, ребята, чем мы тут... Ладно, это не нужно пока что. Не нужно. Так, это кто у нас? Ну, он 100% под землей, да, Диглет. Кто же еще, ребята? Конечно, только Диглет. Да чё ты... Так. Сейчас давайте-ка мы сначала поскладываем вот это все вот сюда. Чё мы тут можем? Это поставить. Больше нифига сюда. Это, и у нас уже, ребята, тут, в принципе, и места нету, поэтому или сундук новый, или уже магазин делать. Так, сейчас что нам... О, книжечки, книжечки. 60 книжек у нас есть, не скажу, что много, но... И вот так. Сейчас мы уже себе сможем зачаровальню сделать, как она так вроде делается, да? Так, и вот так. Вот у нас, ребята, уже есть зачарование. Ставить мы ее пока не будем, в принципе, нет смысла. Сейчас давайте все-таки поспим. Фух, и пойдемте, наверное, Не знаю, в пустыню, да? Нам нужно магмара найти. Нифига себе, сколько у нас тут покемонов. Ребят, мы еще даже не прокачали нашу первую команду, а у нас тут уже есть еще три команды у нас тут есть. Ну, как бы, если не считать типы, если считать только количество покемонов, то у нас уже есть три команды. И тут нормально так количество шани. Сколько у нас тут шани? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ну, приблизительно 13, 14, 15 шайни. И у нас еще и в этой команде есть шайни Плайрон, поэтому... Не знаю, нормально так. Зоруарк, Зоруарк, Зоруарк. Ребят, я его бы, конечно, хотел словить, но лучше все-таки Зоруа первой эволюции, поэтому... Не буду я его даже ловить, не нужно говорить, ух, нифига себе, ты там... Ну, как бы, Зоруарка пропустил, это легендарный покемон. Ну, я не знаю, считается ли он, не считается легендарным покемоном. Кто иногда говорит, что вот он легендарный покемон, я думаю, что он не легендарный покемон, потому что он, в принципе, достаточно-таки часто встречается. Если, например, написать, можно Зоро... Да чё ты... Да ты чё, прикалываешься, что ли? Чё за хрень? Я не могу букву Z написать. Я нажимаю букву Z, но вот это... Чё я вообще нажал? Чё это такое? Ладно, я не могу написать букву Z, ребята. А если вот так, сейчас скопировать и ставить, во, капут. Нельзя букву Z написать. Если вот, например, так нажать Зоруа, да, написать, то мне кажется, что они достаточно-таки часто будут встречаться. Не очень, например, там большое количество, как некоторые покемоны, да, но и не так, как еще там один Шайни. Но не так, как легендарный, то есть раз там не знаю сколько. Что как бы мы еще даже ни одного легендарного не нашли, но зато я уже видел Зоруарка, можно сказать, пару раз, поэтому... Пару раз не знаю, но если вот сейчас, то он там бегал себе спокойно и все. Кто у нас? Кто еще один Шани?
Хи-хи-хи-хи-хи-хи, Эликид, вот это уже офигенно. У нас есть, ребята, еще один. Еще там шайни, да ну нахрен. Не улетай, стой там, или чё, кто ты там, стой там, давай, Венозару, усыпи его, как только можешь. Усыпи его и давайте-ка мы ловим. Только шайни, не пропадай, кем бы ты бы там ни был. Если, конечно, не тот, что у нас уже есть. Или кит, не прикалывайся ты. Ну чё ты? Давай побыстрее немного. Я хочу узнать, что там за шайни еще один. Или кит, ну не гони ты. Я его просто даже ничем ударить не могу, потому что он сразу умрет. 17 уровень, это не там электробаз, да, там 30-й, которого мы еще бы могли пару раз ударить. Нет, он что-то не ловится. Ни хрена он не ловится. А тот шайни уже, походу, пропал. Твою же мать, Эликид. И мне даже интересно, кто там был. Если Дигли, например, то ладно, но если там фиг его знает. Да ты что-то прикалываешься, Эликид. 17 уровень, а ты тут... Нет, он еще там! Он еще там, ребята. Давай, еще один ультрабол. Если он вот сейчас уже, походу, пропал. Или я просто не смотрел. Короче, ребят, мы его так ловить будем. Я знаю, используя мастербол, но все-таки это шайни. У нас есть два мастербола. Когда мы еще найдем хотя бы одного... Он там был, но уже его там нету. Вот ты зараза, Эликид. Можно было его просто-напросто сразу словить мастерболом и... Еще вот бы второго шайни словить, но мы пока... Ну фиг его знает, ребята. Я думал, мы его словим с ультраболом. 35 уровень мы там ловим ультраболом. Ну, конечно, мы их немного бьем, да, что у них там пару жизней остается, да, и мы их потом ловим. Он как бы был 17 уровень, поэтому не факт, что я бы его раз ударил, и у него бы там еще остались какие-то жизни, поэтому... Не хотел он ловиться, словили мы его мастерболом. Еще один мастербол у нас есть. Этот мастербол мы не будем тратить. Вдруг какой-то легендарный заспавнится, а у нас ни одного мастербола нету. Потому что мы его потратили там не знаю на кого. Поэтому если шайни даже заспавнится, этот мастербол нельзя трогать. На всякий случай. Просто так, ребят, на всякий случай. Фух, так, сейчас давайте-ка мы пойдем в пустыню. Нам нужен магмар. 1500 минус 700. А у нас... Да, вот это. 1500. Отлично. Вот он уже сразу вот там. Если мы его убьем, то... Если с него выпадет то, что нам нужно, это уже, в принципе, нормально. Давай, еще раз. И нет, еще раз. Не выпало, твою мать. В прошлой версии с него выпадало. Вот, я не знаю, как это называется. В прошлой версии выпадало с него. Вот сейчас я даже не знаю. О, еще один магмар. Ну, в принципе, нормально. Нормально, ребята. Зато мы словили шайни Эликида. Вот тут мы уже были, по идее. Словили мешание или... Вот, отлично, то, что нужно. Вот, отлично. Все, мы уже сможем себе сделать. Ребята. Я думаю, вторую зачаровальную. Только где тут краситель взять? Фиг его знает. Сейчас мы посмотрим, были мы тут или нет. Если там есть дырочка. Нет, мы тут не были. Карта открытая, а мы тут не были. Это давайте-ка вот сразу вот так. Ух ты. Вот откуда у нас только золото. Я и забыл, ребята. Мы же нашли вот этого нормально так. Вот этих сокровищниц, да? Поэтому принт... О, глиняный... Да ну нафиг, это глиняный биом, ребята. Да ну нафиг. Где она? Вот там. Мы нашли нормально вот этих сокровищниц, поэтому у нас, в принципе, и нормально так золото, да, можно сказать.
Ку, все отлично, отлично, отлично. Еще и шани нашли, еще и алмазы нашли, еще и вроде, если я не ошибаюсь, там глиняный биом. Я жду пока жизни от регенца, чтобы сейчас тпхнуться и не умереть. Давайте сюда, например, 1570 900, например. Или, ну да, можно так, тп 1570 75 минус 900. Нет. Или что это там? Это глиняный... Фиг его знает, что... Нет, это походу просто обычная большая гора, и наверху земля. Ух, что бы выкинуть. Да не вин... Фиг его знает, ну да, это походу простая гора. Нифига там нету, просто там... Она очень большая, да? Да, нифига тут нету. Показалось. Показалось. Нет, нет, это земля. Да, это земля. Ну ладно, показалось, что глиняная биома. Так. Может, еще тут что-то будет? Нифига себе, гора такая большая. О, покет-центр там, и это... он в земле, ребят. Не буду я рыться туда, поэтому пускай он там будет. Фух. Нашли шайни. Сделали себе зачаровальню, уже, можно сказать, есть все ресурсы. О, еще там, нифига себе, покет-центр. Еще там один покет-центр, нифига себе. И у нас уже есть почти все ресурсы, чтобы сделать себе как бы зачаровальню другого уровня. Ну, как бы там, где можно выбирать, что зачаривать, да. Почти все ресурсы у нас есть, поэтому... В принципе, нормально. То, что у нас уже есть шайни или кит, это действительно нормально, потому что... Для следующей команды у нас уже есть электрический покемон, можно сказать, да, и плюс, ну, и как бы, и он еще и шайни, поэтому нормально. Так, ну что, Инферне, 58 уровень, давай, тебе еще 2 уровня осталось, и, в принципе, мы тебя, наверное, отложим, чтобы тобой не качаться, потому что, например, так, где, вот. Если мы не будем качаться, то как бы остальным идет меньше уровня, меньше опыта, чем... Ну, как бы, меньше опыта идет, да? Если мы не будем качаться, да, то вроде остальным будет идти, ну, больше опыта. Если, например, мы больше не будем вызывать Инфернейпа, будем качаться Эмфоросом, пока он тоже не станет 60 уровнем. Потом Эмфоросом не будем качаться, Инфернейпом. Будем, например, Шанделуром, да? Пока потом он станет, можно сказать, 60 уровнем. Ну, когда станет. Будем Венозавром. То есть, вот так. Мне кажется, так будет побольше опыта остальным идти. Вот то, что мне интересно, где найти вот тот краситель, это мне, если честно, действительно интересно. Давайте сейчас выкинем то, что нам сейчас не нужно. И пойдемте, давайте мы пойдем, там у нас есть, давайте сюда. 1800 минус 1700. Теперь 1800, 1700. Как-то вот так, да? Нет, это мы походу вообще не туда тпхнулись. Охренеть. Охренеть, куда мы тпхнулись. Ладно, чё-то я неправильные координаты. 1800. О, это мы еще где приземлились? Если бы мы приземлились в джунглях, это бы вообще охрененно было. Так, случайно нажал, пум, куда-то нас тпхнуло, и мы приземлились в джунглях. Вот капут бы было. Ну ладно, тут опять вот эта пустыня, я говорю, сейчас, тут у нас пустыня, охренеть сколько. Прикиньте, ну фиг его знает, какая там пустыня может быть. Чё я не так на 1800 минус 1700? Ох, ни хрена себе, чё я там нажал. Конечно, вот так. Это кто у нас там? Хаунтер. Ну, я пока что туда не хочу. Я хочу проверить, выпадает ли вот то с покемонов, которые находятся в воде. То есть, выпадает ли тот краситель, да, с водных покемонов. Это нужно узнать. Если выпадает, то мы, в принципе, зачаровали уже сейчас сможем сделать.
Вот только где эти все покемоны? Тут они на карте есть, да? А, на карте-то они есть, а в воде найти. Поэтому нам не нужны. Нужен шлем, да? Ну как бы сейчас нам нужен, чтобы его сделать, а потом чтобы фосил поискать. Старми, я не знаю, может ли это выпасть старми, например, там с Тентакруэля. Сейчас посмотрим, ребята. Что там с нее выпадает? Нифига с нее пока что не выпало. Этот покемон где? Походу где-то под нами. Но пока мы туда доплывем и выплывем, уже походу умрем. Ох, охренеть, сколько тут заспавнилось. Ну их нифига не видно. Конечно. Ну как? Как может под водой быть что-то видно? Да, еще и ночью при том. О, там тентакул плавает. Сейчас мы старью. Нифига, со старью нифига не выпадает. Давайте попробуем с тентакруэля. Ну, с тентакруэля должно. Тентакула. Что там выпало? О, вот, да, отлично. Это то, что нам нужно, ребята. Это то, что нам нужно. Все, мы уже сможем себе сейчас сделать зачаровальную, сделать себе шлем и пойти искать фосилы. Так, давайте-ка мы вот так. Так, это у нас там кто? Ну кто? Кто же еще, ребята? С первой попытки. Диглет. Не, Гравеллер, ладно. Ладно, не угадал. Так. Так. Сейчас. Давайте сразу подумать, что сначала нам нужно вот это все поразлаживать. Что мы тут? Шапки нету. Это сюда. И все, да, больше у нас нифига тут нет. И вот это. Так, отлично. Что нам нужно? 4 золота. Нам нужно это. И что нам нужно? 2 обсидиана. Или сколько? Сейчас посмотрим. 2 обсидиана, да. И книжка. Книжечка. Так, а что там еще нужно? А, нет, все нормально. Так, книжка. И перо, точно, и перо нужно. Отлично, и все. Мы сейчас уже себе сможем сделать. Я так думаю, это сюда. Нет, так, что там? Книжка. Это, и вот так. Книжка с пером, отлично. Сейчас. Обсидиан, 4 золота. Зачаровальня, это и вот... Нет, что я поставил? И вот это! Отлично, все! Вот то, что сейчас нам бы книжные полки нужно, у нас даже комнаты нету для этого. Где бы... Если, например, сюда... Фиг его знает. Это еще и светится. Если, например, сюда поставить, да, и тут сделать такую комнатку... А тут у нас нифига нету, это можно сломить, например. Сейчас давайте-ка мы тут это почистим. Так. И вот так. Пускай пока что будет вот тут. Фу, ребята, нормально, мы так уже сделали. Вот это я не знаю, куда можно поставить этот сундук, что там нам нужно. Тут у нас уже, ладно, нет. Пока что пускай будет вот тут, да и все. Ребята, давайте на этом уже закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.